Или пятое? Пятое. Шестое. Вслед за Меган Дюамель и Крейгом Бантером. Но тренер как будто просто не дает им даже и переживать. Предлагает двигаться дальше. Татьяна Волсожар, Станислав Морозов. Второе место после короткой программы. И теперь нужно как-то сражаться с китайцами. Естественно, не с первыми, а теперь уже со вторыми. Катаются они под музыку из кинофильма «Перл Харбор» композитора Ганса Циммера. Ну, в общем-то, решили этот выгодный номер повторить. Начинают с чистого тулупа. И после шагов еще двойной.
Татьяна Волсожар и Станислав Морозов своим катанием показывают, что, видимо, все-таки впереди будут две китайские пары. С такими падениями при абсолютно чистом катании Дан Дзяо Хао Дзяо конечно, трудно будет их опередить. Но если вдруг еще и канадцам проиграют украинцы, то тогда на пьедестале будут две китайские пары и канадская. Нам все равно ничего не достанется. Ладно, проехали. Красивая программа. Страшный фильм про то, как люди воюют, а другие люди любят друг друга. В каком наклоне она шла на этот выброс и вроде выправила. Она, конечно, молодец, но даже здесь даже она не справилась. Еще один сальхов. Пришлось на две ноги приземлиться, хотя здесь как раз можно было бы побороться. Тодос со смены руки назад на наружном ребре. Которым все и заканчивается. Симпатичные получились костюмы с этими блестящими эмблемками. Стас всегда немного расстроен после всех программ. .107 баллов – это всего лишь на 9 баллов меньше их персонального рекорда. 170 баллов, и они проигрывают только китайцам. Канадцы Дюамели Бантины на 13 баллов еще ниже. Поэтому зря я их, наверное, боялся.